Защита прав и интересов – главное дело их жизни. Свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры Чувашии. Алексей Зольников на службе в прокуратуре уже более 20 лет. Выбор профессии для него был делом нелегким. В его семье два поколения врачей. Но когда сын захотел связать свою жизнь с юриспруденцией, родители его поддержали. Профессия юриста нравилась мне с детства. Родители и на тот момент, на момент выбора профессии, всегда поддерживали меня. И сейчас поддерживают во всех начинаниях, потому что в нашей семье всегда было принято честно трудиться, заботиться о людях, помогать друг другу. Поэтому я думаю, что и профессия врача, и профессия прокурора, они похожи и имеют общие точки соприкосновения. Самое главное из которых – это помощь людям. А еще честность, порядочность, ответственность, верность закону и, конечно, профессионализм. Именно эти качества помогают Алексею продвигаться по службе. Сегодня ему вручили нагрудный знак почетного работника прокуратуры Российской Федерации. Всего 44 сотрудника, в том числе и ветераны прокуратуры, получили различные награды и благодарности. Вы вносили, вносите и будете вносить, я абсолютно в этом уверен, значительный вклад в укрепление законности и правопорядка. Эффективно отстаиваете интересы государства и прав граждан, пользуясь заслуженным уважением жителей Чувашской Республики. Но наша совместная деятельность позволяет сохранить стабильную общественно-политическую ситуацию и развивать реальный сектор экономики. Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, экономика, образование, медицина. Прокурорский надзор распространяется практически на все аспекты общественной жизни. Но главной задачей правоохранителей была и остается защита прав и интересов граждан и государства. Так, к примеру, в прошлом году 5000 людей благодаря совместной работе прокуратуры и органов власти сумели получить заработную плату, которую им задолжали работодатели. Общая сумма почти 200 миллионов рублей. Прокуратуру Чувашской Республики люди тоже приходят со своими вопросами, неразрешенными проблемами, просьбами о защите, а значит и доверяют нам. Мы стараемся помочь каждому, и в большинстве случаев, уважаемые товарищи, это нам удается. В прошедшем году разрешено 20 500 обращений граждан. Каждое пятое из них было удовлетворено с принятием мер прокурорского реагирования и реальным восстановлением нарушенных прав граждан республики. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.